произошло такое чрезвычайное происшествие, опасное преступление, когда из нашей колонии, которая находится на территории Махачкалы, совершили побег через подкоп 6 преступников. Здесь вот есть иногородние, но сегодня это касается нашей республики, поэтому я обращаюсь к вам. Самым детальным образом просмотрите, чтобы эти ориентировки были четко читаемыми, понятными, и чтобы на территории ваших муниципальных образований и городских округов они были доступны всем. На каждой из них, вот, которые будут поступать в последующем, будут номера. Прошу вас сейчас записать номер 112, я вот его тоже записываю, знаете МЧС номер, многоканальный круглосуточный, и МВД номер 994500, то же самое. Эти номера должны быть на каждой ориентировке. И еще, там нужно добавить, что за информацию, представляющую интерес и оказание помощи следствию в розыске опасных, особо опасных преступников, значит, до 1 000 000 рублей будет осуществлена выплата. Эти деньги выделены из бюджета республики. Каждому, кто сообщит такую информацию. Значит, слишком опасные преступники и слишком большое несчастье они могут принести в семьи наших жителей. И, конечно, было бы хорошо, если бы эти наши сбежавшие все-таки одумались и пришли с повинной.